Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним задание номер один на странице 6. Подумай и расскажи, что значит для тебя природа? Что ты больше всего любишь в природе? Напиши. Величественное сияющее солнце и маленькие бабочки, летающие над лугом. Тысячи таинственных звезд на ночном небе. И зеленая трава под нашими ногами. Огромные необозримые океаны и крошки-муравьи в своих муравейниках. Все это природа. Каждый человек в природе любит что-то свое. Например, природа – это животные, растения, небо, море и горы. Больше всего я люблю в природе красоту. И на этой картине мы как раз видим, как красива природа. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.